Во Второй Карабахской войне азербайджанская армия одержала блестящую победу и освободила наши земли. Но войны без потерь не бывает. Одним из тех, кто отдал жизнь во имя победы, стал и спецназовец из Сальяна Султан Ибрагимов. Все дни войны он был на переднем крае и воевал мужественно и отважно. Когда началась война и молодой спецназовец уже участвовал в боях, он говорил по телефону своим родителям, что удивляется трусости армянских солдат, которые, едва завидя азербайджанский спецназ, кричат: «Опять пришли эти в масках» и, побросав оружие, разбегаются. Прапорщик Султан Ибрагимов погиб 21 октября в Зангелане, пытаясь вынести с поля боя раненого боевого товарища. Вечная память героям страны, вечная им слава. Мир! 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 Мир!